Слушай, сегодня в 9 утра у меня раздается крайне раздражающий меня звонок. Типа такой... Я думаю, блядь, что за звонок вообще? Это кто его поставил? Звонила мама в 9 утра. Я уже, знаете, с просони этого... телефон все... Я думаю... Ну я же вчера не бухал. А голоску-то пробуханный. Говорю, да-да. Мама говорит... Алло, Лешуль, ты в самолете? Я говорю, мам, я завтра улетаю, ты угораешь? Короче, все, кладу трубку, закрываю глазоньки, тишина. Тр-тр, думаю, тр-тр, ну, да, блядь, да кто же установил этот звонок, там все так, я... Да, мам. А че ты так сразу трубку берешь? Опять бухаешь? Я думаю, не. Я говорю, мам, на этом вопросы закончились, я не бухал, я улетаю завтра, могу положить трубку уже пойти, да, к святому Морфею? Ну да. Закрываю глазоньки, думаю, откинуться часов на 10, вдруг тум. Понимаете? Сообщение из WhatsApp похуячили. По итогу я сейчас лежу на диване и думаю, спать уже идти смысла нет. Монинг Билаек, товарищи. Тр-тр-тун-тун. Я в дурке.